Жители поселка Молодежного отпраздновали 58-й день рождения своей малой родины. У празднично украшенного Дома культуры собрались несколько поколений. И те, кто стоял у истоков строительства городка, и молодежь, и дети. Молодежному 58. Впрочем, молодежным поселок стал называться не так давно. Прежде он был известен как Толбино и долгое время находился в статусе военного городка. Сегодня мало верится, что еще недавно этот поселок был одним из самых проблемных в районе. Ситуация стала меняться в 2005 году, когда администрация района приняла пришедший в упадок военный городок в муниципальную собственность. Первым делом была реконструирована школа. К 55-летию поселка возвели новый детский сад. А в 2008 году у Толбино появилась главная достопримечательность – Дворец культуры молодежный. В поселок стали приезжать молодые семьи, новые специалисты, и не случайно у Толбино появилось новое позитивное название – поселок молодежный. За последние годы он очень похорошел, расцвел в буквальном смысле, не изменились только традиции. Здесь так же, как полвека назад, любят отмечать праздники все вместе, одной большой дружной семьей. Сейчас хоть в клубе у нас мероприятия проходят, интересно все, и детям интересно, и старшего возраста. Все друг друга знают, и не страшно, и ребенка не страшно выпустить погулять. Все рядышком, все хорошо здесь. Знаешь, что здесь все спокойно, никуда ребенок не денется. Детский сад, школа, все под боком. Родные места, все спокойно, очень чистенько, культурно стало в последнее время. В нашем поселке все очень отлично. У нас есть чем заняться. Молодежь сейчас занимается, допустим, хип-хоп культурой. У нас есть секции брейк-данса, есть секции вокала. Постоянно занимается спортом. То есть нам рвануть совершенно точно никуда не хочется. В день рождения поселка все жители от мала до велика собрались у Дома культуры. Юные артисты и творческие коллективы приготовили для своих односельчан концерт. Танцы и песни чередовались с поздравлениями в адрес земляков. В этот знаменательный день от администрации Подольского района памятные подарки были вручены старожилам поселка. Молодежный растет и развивается. С каждым годом увеличивается количество новых граждан. Молодые семьи и новорожденные тоже были отмечены на празднике. Концерт у Дома культуры продолжался до позднего вечера и завершился с завораживающим огненным шоу.